Астраханская епархия приглашает молодежь на духовно-просветительские беседы, разговор по душам с батюшкой. В рамках проекта на территории Астраханского Кремля еженедельно проходят встречи-беседы со священниками. Беседы проводят клирики Астраханской епархии. Темы бесед выбираются заранее. В воскресенье в 15:00 состоится очередная встреча. Тема «Время и место очередного мероприятия» анонсируются на страницах ВКонтакте «Община православия в Астрахани» и «Молодежный отдел Астраханской епархии».